Так, это новинка у Катервиля. А коляска, как называется модель? Ультра 5 повышенной проходимости. Коляска Ультра 5 повышенной проходимости. А за счет чего у нее повышенная проходимость? Стоят амортизаторы, колеса такие. А движки мощность какая? Там нет, есть уже. Ультра 5. Катервилл Ультра 5. Вес коляски 65 килограмм. Кстати, достаточно легкая коляска по сравнению с другими электрическими колясками. Грузоподъемность 125 килограмм. Общая ширина 63 сантиметра. Прям достаточно узкая. И скорость 10 километров. Угу. Запас хода 30 километров. Тоже литиевый, да, аккумулятор, да, стоит. Стандартная ширина сидения 45 сантиметров. Кстати, по сравнению с коляской GTS 4WD, эта коляска достаточно действительно компактная. Но опять же, тут нету лестницы хода. То есть тут коляска чисто вездеход, и, как сказали, за счет амортизаторов, за счет передних колес у нее повышенная проходимость. Но я так думаю, что еще и за счет редукторов. Редуктора достаточно мощные тоже должны быть. Антиопрокидыватели, как вы видите, тоже присутствуют. Такие маленькие колесики, конечно, по сравнению с махиной коляски. Электрический привод, да, электрическая регулировка, да, угла наклона спинки и сидения. Кровать, спинка, подножки отдельно. Кровать, только... вы имеете в виду, что это полностью лежачее положение? 165. Угу. Видите, у Катервилла лежачее, полулежачее положение называется функция кровать в пульте управления. То есть тут одновременно поднимаются, опускаются и подножки, и сама спинка. А сиденье имеет регулировку угла наклона? Нет, да, только спинка. Спинка и подножки. Электроосвещение. Включите? Да. Тоже здесь, видите, получается, три функции освещения. Это, как у автомобилей. Дальний свет, ближний свет и аварийка. Ручки для сопровождающего лица такие же, как и у 4WD, тоже с регулировкой по высоте. При необходимости их можно снять, если они не нужны. Такой же подголовник. Но я так понимаю, что рама-то, в принципе, такая же, да, идет, как у всех колясок, рама спинки, я вижу. Только просто присутствует электрорегулировка и механическая, да, регулировка. По подлокотникам тоже то же самое. Откидные подлокотники с регулировкой по высоте. Все это при помощи барашка. Заряжать коляску. Ага. Да, заряд идет сбоку, на раме, с правой стороны. На пульте управления не предусмотрен заряд. Пульт выключается вот этой вот кнопочкой, да, красной? А вот это вот? Дополнительное выключение. Полностью, да? Да. Тём, давай прокатись. Сиденье тоже выполнено из эко-кожи с дополнительными невыраженными боковыми поддержками. А подлокотники не регулируются по глубине, по ширине, точнее? Нет, да, они фиксированные. Нет, это по высоте, я имею в виду по ширине. По ширине не регулируются. Приварены, понятно. То есть подлокотники нельзя расширить в случае чего. Спинку в меню. Так, да. Спинка. Ой. Выбор. Вот, выбор нажимаем. Да не туда, вот. И вот регулируешь кнопочками. А в этом случае можно регулировать при помощи джойстика, да?
Эта коляска 10-километровая идет. Общая ширина 63 сантиметра. Но колеса немножко, конечно, надо подкачать. Они подждутые сзади. Пульт такой тоже задумчивый. Задумчивый? Ну, это видно. Да? То есть можно джойстик настроить самостоятельно. Чувствительный джойстик, посмотрите. Да, это здорово. Убежала, да? Нет, все нормально. Не, нормально. Смотрите, да, чувствительный джойстик можно самому настроить. Так, давайте посмотрим максимальную. Так. Как теперь по чувствительности? Пока сейчас не пойму. Сейчас. Ну, я так подразумеваю, что как у многих колясок, при повороте специально действует какая-то, может быть, защитная... Ну, да, ограничение, чтобы резко не входили в повороты. То есть, ну вот, как Тёма сейчас поворачивает, достаточно медленно осуществляется поворот. Да, то есть я нажал, такая лишняя секунда... Ну, доли секунды она думает. Конечно, видеть коляску воочию это намного интересней и действительней, более познавательно, я бы так сказала. Посмотрите, тут также предусмотрена подставка для сопровождающего лица. Очень интересный вариант. Сейчас я тоже попробую на нее встать. Ну, когда я встану? Сколько она выдерживает? 100 с лишним. Ну, меня, надеюсь, выдержит. Так, давай. Мамочки. Как увлекательно. Вот я о чем как говорю. Увлекательно и задорно. Да. Вот я о чем говорю. Веришь? Угу. Веришь? И она пошла только. То есть, ну, вот понятно. Такая... Даже чувствительность, максимальная чувствительность не помогла. Да, вот. Видишь? Подумала. Но опять же, ты посмотри, коляска тянет и тебя, ну-ка, и меня. Не забывай. Допустим. Ну, задом тоже, видишь, с тобой вместе. Да. Так, дайте-ка я встану, слезу. Очень даже прикольно, я бы сказала. Особенно, наверное, детишкам будет весело. У нас есть клиенты. Да, у нас просто есть клиенты, которые действительно покупают коляску, там, например, как у Оптимуса, да, багажник есть. И многие наши клиенты детей на багажнике катают. А тут вот прям целая такая платформа с колесами. Есть вопрос какого-то дергания небольшого при переключении, то есть куда-либо, такое тук-тук. Да, дергание присутствует, я тоже это чувствовала. Всего, это вот эта регулировка именно там уже программирована. Там ему еще привыкнуть надо, когда привыкаешь к пульту, оно по-другому ездишь. Вот видите, ну, конечно, тут, в принципе, времени. Даже... Вот, раз. Ну, то есть неплавный ход идет. Как? Интересно. А сколько такая опция дополнительная стоит? 17 тысяч? Она, в принципе, в любой коляске цепляется, да, это, ага. Заказывать заранее. Угу. Такая вот платформа. Так вот она выглядит на двух колесах. Это все металлическое. Да, это все металл, а здесь еще прорезиненное такое вот покрытие, чтобы, да, не соскользнуть, не упасть. Вроде бы... Все очень просто. Ну, все элементарным образом сделано. Освещение. Видите, сами фары можно регулировать по углу наклона также. А здесь, получается, подножки, они снимаются, да. Тоже на барашках, да. То есть как идет. Провода подстегиваются. Вот этот проводок, да. Нужно будет отстегнуть, да. Для того, чтобы снять подножку, да? Ну, это электрическое. Угу.
Ну, да, это понятно. Просто я первый раз вижу, чтобы вот именно при помощи барашков это было сделано. Передние литые. А, по поводу колес. Например, я так понимаю, передние литые, задние пневмо стоят, да, колеса? А если, например, клиент хочет пневмо передние, надувные? А, здесь надувные. Надувные? Я что-то просто не вижу. Нет. А, да, все увидела тоже пневматически. Ну хорошо, тогда вопрос по-другому. А если хотят литые? Можно то, так опционально менять? Или все-таки это уточнение? Что есть наличие? А, угу. Ну, смотрите, значит, это, еще раз повторимся, люкс? Это или ультра. А, ультра. Ультра 5, ультра, да? Да. Новая коляска компании Caterwheel Ультра 5. Максимально проходимая, да, с общей повышенной шириной, а, повышенной проходимости, с максимальной шириной 63 сантиметра, шириной сидения 45 сантиметров, скоростью 10 километров. А ее вообще у колясок отравил максимально 10 километров, да, скорость? Или все-таки опционально можно до 14 там? У нас 14 было раньше 4WD просто, которые угу. Быстренько ходили, но ее сейчас ограничили. А. Вот насколько она вот, именно вот, она была у нас 14. Угу. По документам, по закону там ограничили. Угу. А еще такой вопрос, может быть, вы знаете, не знаете, по поводу компенсации. Сейчас же действуют уже электронные сертификаты для компенсации инвалидов. Ваши коляски проходят по электронному сертификату? Электронный сертификат у нас реализован через Озон. Угу. Вот такая коляска, она идет через Озон. Это понятно. Я имею в виду то, что ваши коляски по электронному сертификату тоже можно приобрести, как кресло-коляски с электроприводом. То есть их тоже можно прописывать. Да. То есть они разрешены. То есть мы получили это... регистрационное удостоверение? Угу. Да, регистрационное удостоверение тоже имеется. Оно получается единое на все коляски, да? Вот мы сейчас делаем, чтобы оно было как вот эта коляска у нас прятает по нему. Там у нас 4WD, нам немножко нужно быть, вносим изменения. Вот это у нас сейчас на испытание проходит месяца два до получения такой бумажки. Ну, то есть получается, у вас будут все равно разные регистрационки на все коляски? Получается по опциям. По опциям. Полноприводная, и ультра. А, все понятно.